Приветствую вас всех на своем канале. Комод я все-таки мужу послала, он купил серенький такой, раз птичка серенькая. Ну вот он такой огромный, вместительный, тут у меня влезет все. Единственное, надо как-то на туалетном столике это будет разместить. Ну у меня такой не маленький, должно влезть. В принципе, я так подумала, у меня так много косметики, что еще может потом такой ящичек докуплю и все сюда влезет. Потому что там вот, наверное, вот такого всего размера был, который повыше. Стоит он 200 рублей, ну 199, наверное. Еще я мужу на 23-е еще один подарок сделала. Вот он сам ходил у меня, закупал за 149 рублей. Мы наконец-то приобрели молоток. Он такой тяжеленький он довольно-таки. Здесь прорезинено. Он хотел синий, я попросила такой вот оранжевый. Ну и сок. Сок я уже вроде показывала, 55 рублей. Мы очень любим вот этот сок вишневый. Вот и все. Всем до новых встреч. Я все-таки подумываю, сейчас все размещу насчет той белой баночки повыше, которая без птички. Ну, думаю. У меня еще муж подарков запросил. Ремень хочет он. Будем искать ремень. Так что подумаю пока. Еще нам надо докупить будет два цветочка, которые я показывала. Нежно-желтый и нежно-розовый. Потому что в корзине очень мало. Можно даже 4 докупить. Подумаю. Если не разберут, пока, в общем, лимит у меня исчерпан. Вот. Вот здесь, кстати, углубления такие. Но я так думаю, это под какой-то инструмент.